принципе, похоже пока на первую. Не, ну так, как, а где ты видел в первой ночи, чтобы Фокси первый прибегал? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Абгай, King and Fire, Dark Dragon. Пацанчики, скажите классные слова. Здравствуйте, люди. Сегодня мы играем на карте FNAF 1. King and Fire будет нажимать кнопки, а мы должны с пацанами максимально долго прожить. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. King and Fire, давай, жмякай кнопки, только постепенно. Я знаю тебя, ты очень какой-то неадекватный человек. Готовьтесь. Давай. А, и сразу скажи, какая это ночь у нас будет? Пока что первое. О, нормально, пойдет. Ну да, кажется, первый где-то 99-я ночь будет. Да, он немножко он путает сложности. Так. В принципе, похоже пока на первую. Не, ну так как. А где ты видел в первой ночи, чтобы Фокси первый прибегал? Он на третьей ночи прибегает примерно. Хорошо, испоганься. Так. Так. Проходите все. Очень классное оружие, здесь фонарик крутецкий. Короче, я бесстрашный, я пошел. Давай, иди. Там чик. А ты не сможешь пройти, он тебя убьет. Я знаю. Ну ты не сы, я так 100 раз сделал. Смотри, не убьет, на самом деле не убивает. Он так. Видишь? Это обход с фонариком. Обходим территорию. Он, кстати, может здесь управлять всякими аниматрониками, но они убивают только в офисе. Так, я посмотрю, что в кухне. Что там в кухне? Покушать есть что-то? Нет. Я борщ приготовил. О, так вот давай несем нам в офис, будем кушать борщ. Так, Чика, кастрюлями тарахтеть ты уже не сможешь, мы одну кастрюлю забрали. Мы поедем. Так, на, мы тебе борща принесли. Удачи прямо на бошку, смогу? О. О, священный борщ. Смотри. Это запасной, как этот, в футболе. Если мы проиграем, он должен по-любому выжить. Ой, я смогу кастрюлю сбить с башки? Попробуй. Ой, я его бью, извини. Нафигачил. Не, ну можно, можно, если вот так вот... Ой, все равно, все равно. Ой. Ты перепутал, да, немножечко? Я хотел... Разные мишени. А, нет, кастрюля исчезла, заметь. Да. Не, она не исчезла, она упала. Я тебя убил. Давай на бошку оденем, не хочет. King and Fire, ну чё, ты где? Нажимай кнопки. Уже ждем. Ага, он все нажимает, пацаны. Здравствуй, Фэй. Так, пока никого. Закрою. О, это Фокси, наверное, прибегал. Потому что так дрожит обычно, когда Фокси. Бонни. Открывать или нет? Там Бонни. А он возле стены стоит или... Да, да, да. Я иногда открываю дверь и сразу жду скример или какое-то убийство. King and Fire же не может нормально играть. Неадекватный человек. Фредди за дверью. Хорошо, что закрыто. Да. Была бы дверь открыта, мы бы умерли, скорее всего. Ну, может, бы успели и закрыть. Так, знаете, что надо сделать? О, пусть на Фоксе так и будет. Мы будем смотреть, как рука поднимается. Так, руки опущены. Опа, пришел, пришел. Да, так, в этот раз мы хорошо играем. Никого? Все хорошо, там никого нет. Я открываю. Ну что, 10-я ночь? А, была, а вторая. Ну давай, давай хотя бы там, не знаю, 9.5. 9.5. Хорошо, давай. Уже Фредди пошел. Только не 95, а 9.5. Закроем двери, потому что мне кажется, Фокси может прибежать. Нет, рука опущена. Открываем все двери. Открываем все двери. Там Фредди. Все, двери открыты у нас. Никто не идет. Где все? Никого нету. Опа, пришел. Челепиздрик. Вот так бы по пачке тебе дать с ноги.
Так, вроде бы никого нету с этой стороны. Я открываю, пацаны, на свой страх и риск. Или давайте подождем еще. Нет, подождите, подождите. Стоит, стоит. Хорошо, что не открыл. А тут-то? Есть кто-то? Открывать? Не открывать не буду. У меня есть для тебя борщ, если ты уйдешь миром, я тебе отдам борщ. Да, борщика будешь? Немножко он подскис, кастрюля такая немножко ржавенькая. Но борщ, как говорится, вкусный. О, я через дверь кинул. Ну ладно, Бонни тогда с Чика поедят. А кто? Где кастрюля, реально? Ой. Ой. Отлично, молодец. Я уже думал, мы сейчас проиграем. Но пока мы стащим. Двери убьют. Мне нравится. Без фонарика интереснее. Так, следы не остаются, кстати, от палки почему-то. Без фонарика интересней? Да. Фокси, так, подожди, нет. У меня темновато, без фонарика плохо видно их. Есть, я вообще могу от третьего лица играть. Фонарик только странно как-то светит. О, вот так, четко. Все, ночь пошла. Смотри, здесь. Смотри, ты че, вообще неадекватный, что ли? О, а че у меня с рукой? Там Фредди. О, зачем же ж ты открыл? Или что? Никого не было? Ты меня открыл, походу. Я открыл? Нет, я стоял вообще, как камеру переключил. Так, 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 подожди, подожди, это всего лишь скример. Я живой, быстрее заходим, закрываем двери, раз, там закрыто, все. Отлично. О, дива. Эй, успокойся, неадекватный человек. Да, здравствуй, 20-я ночь. 20-я уже? Так, ребята, у нас повышается уровень. Не знаю почему, но давайте будет 20-я ночь, почему бы и нет. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся записать что-то очень интересное. Можете даже написать в комментариях, какой следующий ролик нам записать. Я вообще даже, кстати, планирую записать GTA 5, какой-то режим прикольный. Дима, я тебе предлагаю сесть, мы можем расслабить. О, смотри, смотри, как я могу сесть. Смотри. На телевизор. Да. Жалко не на кекс, ну ладно. Так, на Е вставать, все четко. Смотрите, как он атакует, а у нас энергия полная, что ли, или нет? Да. Да, Kingdom Fire. Тебе, конечно, не сильно повезло, потому что энергия у нас еще. Да, максимально. Ого, их тут сколько. Так, никого нету, пацаны, открываю левую дверь. Никого. Не-не-не, я ее не открывал. Смотрите, я сказал, что буду открывать, и не открыл. Как он сразу атакует эту сторону? Так, все спокойно. Все чекаем. Может попытаться открыть двери? Пацаны, открываю правую дверь. Дверь открыта, потому что энергия тратится. Открывай. Открыто. Не хочет нападать. Ну проветриваем хоть. Все спокойно, пацаны. Все хорошо. Никого? Ого. Марионетка! Такая тишина после смерти. Все так сразу замолчали. Медведчики. Блин, ну ты классно пришел, марионетка. Мне реально очень понравилось. Так неожиданно. Открыл себе двери, спокойно стою, себе проветриваю ноги. На тебе за голову кусают. Аферис, отпусти от меня, отпусти меня. Так, пацаны, я на диване буду сидеть, ждать вас. Помоги. А где ты? Справа. Ты справа? Я тебе открываю двери. Выйди, смотри. А может там никого, может лучше не надо открывать? Не, сейчас не буду. Так, давай слева, да, открываю? Все нормально, выйдет. Никого. Кто-то прилег.
Это смотри. Так, закрываем лучше. Так, в этой части карты, наверное, не тратится, может, энергия, потому что есть версия А и версия Б. Майорик прилег под этот стол. Так, давайте откроем, он же так не нападает. Открывай. Отлично. Все, отдыхаем на диванчике. Никого больше нет. Пацаны, мы что? Получается, мы эту ночь затащили. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.